прошлом сезоне клубу не удалось выйти в дивизион выше, где команда выступала не так давно. Ну, посмотрим, посмотрим. Альвес да Сильва. Это может быть опасная атака. Ждем угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Не отдает мяч под прессинг. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Забирает мяч. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Альвес да Сильва. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Хорошо увидел партнера впереди. Отлично сыграно. Надо решать. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Судья у нас либерал. И стенка этим пользуется. Судья двигает стенку на указанное расстояние. Пока что без карточек. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Валенсия. Это может быть опасно. Защита надежно играет. Мяч отобран. Продолжает идти вперед. Ударище просто. Это угловой удар. Мяч летит в центр. Играет голкипер на выходе. Прямо в руки мяч направили. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Валенсия. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Так, это удар. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. 1-0 в нашей игре. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Валенсия. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Пока неплохо. Карасо! Буфон! Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Валенсия. Альвес да Сильва. Тут может что-то получиться. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отобран мяч, надо возвращаться.
Атака остановлена, но кто получит мяч? И как опасно пробил. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку забитым мячом? Судья позволяет продолжить атаку. Снова точный пас в его исполнении. Блестяще он сыграл. Теперь игра остановлена, штрафной. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Офсайд, нет никаких сомнений. Есть адрес у этой передачи. Это может быть опасная атака. Валенсия. Альвес да Сильва. Валенсия. Надо забивать! Вратарь забирает мяч. Карасо. Посмотрим за этой атакой. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Попытка обострить игру. И это шанс забить! Нет, не дошел этот пас до адреса. Альвес да Сильва. Может получиться интересная атака. Удар. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Блестяще. Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Судья решил добавить 3 минуты. Валенсия. Это может быть опасно. Любимый счет. Нас ждет второй тайм на Эстадио Ацтек. Пока неплохо. Удар! Невероятный сейв! Будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Жаль, затянули немного атаку и все, момент упущен. Можно провести контратаку. Мяч будет введен из аута.
Аут, спешит команда. Валенсия. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Альвес да Сильва. Судья видел нарушение. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Удар поворотом. Хороший удар. Чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил. Бил с лета и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Двигается с мячом. И это должен быть гол! Неплохой был. Ух, какой отбор. Шанс убежать в контратаку есть у команды. К сожалению, продолжение этой контратаки мы не увидим, потому что мячом уже завладел соперник. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Это может быть опасная атака. Хороший обостряющий пас. И пробил. Не прошел удар. Защита на месте. Эффектная передача. Пятка. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Атака продолжится через фланг. Мяч за боковой линией. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? И как опасно пробил. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Какой-то, знаете, между собойчик. Защита надежно играет, мяч отобран. Даже углового не будет после этой атаки, удар от ворот. А вот и повтор опасного момента. Это может быть опасно. Спасибо, отличный. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Защита справляется. И как пробил. Мяч в воротах. И это гол. Точный получился удар. Бил на исполнение низом без шансов для вратаря. Счет растет, разрыв растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде. Да, бывало, что он спасал, вытаскивал матчи, но вот сейчас совсем другая история, совершенно другая. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Валенсия. Пока неплохо. Момент! Забивай! И это гол! Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Хет-трик оформляет игрок, и я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. Пока.
конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Никуда выигрывающая команда не торопится, катает мяч у себя на половине поля, но увлекаться, мне кажется, этим не стоит. Валенсия. Алмейда да Куни. Увидел открывание впереди, делает передачу. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Спасает он свою команду. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим за этой атакой. Такими действиями игру не обострить. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Может получиться интересная атака. Сбрасывает мяч. Валенсия. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Валенсия. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Атака остановлена, но кто получит мяч? 3 минуты будет добавлено. Опасно! Угловой удар назначает арбитр. Подали мяч с углового в центр штрафной. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. И выносится мяч из штрафной. Продолжительный и троекратный финальный свисток.